Хабаровске стартовал общероссийский проект «Диалоги с героями». Воспитанники патриотических клубов встретились с парашютистом-десантником. За участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе Геворг Исаханян указом президента России награжден медалью «Золотая звезда». О солдатских буднях и подвиге школьники узнали от самого героя. Если тебя оценили за какие-то твои заслуги, за какую-то твою работу, за службу, то вот ты поднялся на определенные планки, и, наверное, ниже этой планки ты уже не должен позволить себе совершать какие-то, я не знаю, там, поступки, шаги. Геворг Исаханян на военной службе 17 лет. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Сразу после окончания получил направление на Кавказ. Командир разведывательной роты со своими сослуживцами совершил сотни прыжков. О том, что значит летать, рассказывает тем, кому небо пока только снится. Раскрылся купол, и мне захотелось петь, свистеть, кричать. Там все что угодно, вот было такое состояние, но я не знаю, очень хорошее. Вот ты себя чувствуешь, не знаю, королем, царем всего мира, все вот кажется, это вот ты стоишь выше всего. Проект «Диалоги с героями» стартовал в этом году. Беседы с молодежью проходят в рамках государственной программы патриотического воспитания граждан России. Прививать любовь к родине, изучать историю страны школьники будут на примере героев. Анастасия Незнанова, Алексей Игнатьев. Хабаровская студия телевидения.